Доброе утро, товарищи. Сейчас 8.30 утра, и у меня был колл-тайм в 3 часа ночи. Возможно, это был самый такой ранний колл-тайм в моей жизни, во всей моей модельной жизни. 3 часа ночи меня забрали прямо с моих апартаментов. Я поспала пару часов. И вот мы ехали в машине, сейчас почти 9. Мы приехали в какую-то, я не знаю, где мы, нужно будет загуглить, как-то посмотреть, где мы находимся. На улице дико холодно, на улице дождь. Съемка будет на улице. Мне кажется, это будет очень веселый день сегодня. Просто у нас команда, здесь 10 человек. Все не знают, что это будет. Мы даже не знаем толком, куда мы едем, потому что они посмотрели по фотографиям куда-то. И, в общем, мы туда куда-то и едем. Я еще толком не знаю. Сказали, это будет гора. Какая-то съемка будет на горе. Дождь. Вот. Посмотрим. Вот почему мы приехали, это какая-то гора. Это огромный камень. Гора из целого камня. Я еще толком не знаю, это стоило того, что мы ехали сюда 6 часов, чтобы приехать к горе. Задумка дизайна. Yes. Итак, мы сделали уже 4 одежды, всего у меня 13 одежд, и сейчас 12 часов дня. Короче, если честно говоря, я долго думала, как бы это описать нормальным какими-то словами, но если честно, то мне ничего совершенно в голову не влезет, кроме одного очень хорошего русского слова пи***, потому что на улице очень холодно, и очень холодно. Очень холодно, и мне кранты, мне хана. И осталось еще 9, получается, одежд. Очень холодно, еще раз говорю. И она вся такая летняя, как вы понимаете, а здесь все в пуховиках. Да, мне дают пуховики, но все равно мне нереально. Ау, холодно. Короче, я сама по себе, типа, очень сильная мерзлячка. И мне очень легко заболеть. Вот такой человек, который очень легко заболевает. Поэтому, и я, кстати, не знаю, почему мы, типа, здесь. Потому что, на самом деле, да, мы, типа, сейчас находимся в горах. И здесь очень красиво. А еще рядышком мы находимся возле... Are we close to Hiroshima? Хиросима. Это там, где 70 лет назад, или сколько-то там, был взрыв радиоактивный. И вот мы сейчас здесь, в Хиросиме. Я спросила, типа, мол, а это нормально, что мы тут? Ну, нет никакой радиации. Они говорят, нет, все нормально, тут уже и люди живут, и все хорошо. Хай. И потом они сказали, типа, мол, вот у вас в Украине, когда был взрыв в Чернобыле, то у вас, типа, мол, до сих пор нельзя, у вас был очень плохой взрыв. А у нас в Хиросиме был хороший взрыв, поэтому все прошло. Я не знаю. Но я никогда не думала, что окажусь здесь. Мы поменяли макияж, поменяли прическу. Мы сейчас будем заново идти, и у меня еще 6 луков, потом... Потом будет еще 3. И вот, короче, мне подавали вот такие вот штучки. Это в Японии очень популярные вещи, и они спасают от холода. Там какая-то каша внутри. Если ее вот так вот поделать, то она будет тепло излучать. И у меня такое все. Let's go. На улице-то холодно. Это все огромный камень. Hi, arigato. Thank you. Такие заботливые все. Обожаю японцев. Не, на самом деле, да, прикольно. Гора, это тупо все высечено. Короче, все в камне. Все везде камень. И как они... Тут рабочие вот эти вот работают. И они, короче, добывают этот камень, чтобы делать... Вот всякие, допустим, плитки
или там разные какие-то зверюшки. Вот там я проходила, сейчас будут по правой стороне какие-то зверюшки. И вот они здесь работают возле Хиросимы. Вот видите, зверюшки всякие. И они здесь работают, в общем, это далеко от города, здесь какая-то местность неизвестная. Я думаю, они всегда приезжают рано утром, работают, и потом идут в город ехать пару часов. Тут они работают. Холодно, сыро, но работа есть работа. Конечно, у меня работа попроще, чем у них. Мне-то что, постоять пару часов, заплатят нормально, ну помучаюсь еще, ну холодно, тут с кем не бывает. Им-то больше не везет, наверное. У каждой работы есть свои минусы и свои плюсы, мне кажется. Вот, вот здесь вот вообще очень красиво. Посторонним вход воспрещен. Can you make a video of me while I'm posing? Короче, это мой последний лук. Я очень рада. Я очень рада, потому что я просто замерзла настолько, что у меня даже нет слов. Мне кажется, точнее, надеюсь, я не заболею реально, потому что я просто, у меня уже дошло до той стадии, когда я, знаете, поначалу трясет от холода, а потом уже ничего не чувствуешь, вообще ничего не чувствуешь. Вот у меня была такая стадия, когда тупо стояла в одной майке и вообще с таким пофигизмом. Вот, ничего не чувствовала. Я полна мать, отвечаю, я нахожусь в Хиросиме. Просто это какой-то, не знаю, жизнь просто удалась, вы понимаете? Как меня занесло сюда, это настолько, я не знаю, я бы сюда вообще бы никогда не попала. Это я в историю вошла. Ну, не я вошла, но я вообще, ну, все равно, как бы, это же великое место. Не каждый может здесь побывать, а я побывала. В общем, короче, сейчас у нас последний образ, и мне сказали, не могла бы я спуститься вниз. Я сказала, в принципе, могу. Вот, я не знаю, что это сейчас будет. Ага, окей. Совсем не высоко. Ну с Богом, ё-моё. It's okay. Дальше спускаемся. Все за меня переживают. А чего мне бояться-то? Работа легкая, ага. Ага, откуда я знаю, что я в погребе окажусь в Хиросиме? Отвечаю.
круто. Вот это круто. Сука. Look at this. Короче, это совсем не японское, что-то очень крутое, мне очень понравилось. Более такой европейский стиль. It's more European than Japanese. That's what I'm saying. Oh wow, love it. This? Yeah, like in profile this. This. Yeah. Beautiful. Aww. Oh, I love this one too. This year I'm not cold. It's funny. It don't look cold. I know. Yeah. I know. It's like spring or summer. Not winter. Вот это последние кадры, уже почти, вот они последние, где мы находимся прямо под землей, спускались очень, ну я снимала, как я спускалась, и вот это реально, это вообще не по-японски, я не знаю, это очень по-европейски, это очень круто, мне очень нравится. Очень круто. Все, ребят, спасибо, что были со мной. С вами была Таштарусова из Хиросимы. Вот. Это было что-то очень крутое. Надеюсь, получить фотки. И мне уже пообещали через месяц. В общем, вот так вот. Поэтому увидимся скоро. С вами до скорой встречи. Say bye!